Дорогие наши дети, сегодня у нас у всех очень важное событие, которое произошло в двух семьях, которые соединились благодаря вашей любви. Вы оба такие замечательные, молодые. Каждый по-своему интересен и своеобразен. Но вместе вы создаете такой общий, какой-то колорит общения, колорит семьи. Нам хотелось с мамой, чтобы вот именно ваша семья, ну, взяла самое лучшее с нашей семьи, с семьи Трофимовых. И были вы так же дружны, как и мы на протяжении всей жизни. Мы всегда будем вас любить. Андрей, мы тебя любим как родного. Катечка, дорогая, ты наш цветочек, мы тебя очень любим. И ты же знаешь, что мы не были никогда против твоих всех желаний и стремлений. Я думаю, что ты такая же будешь целеустремленная в жизни, как сейчас. И самое главное, чтобы у Андрея сложная служба, и ты была ему во всем опорой и надеждой, поддержкой во всем. Ты жена сегодня военного, этим многим сказано. Уважаемые дети, любимые дети, дорогие дети, самые замечательные дети, сын и теперь уже у нас есть дочка Катенька. Что хочется пожелать вам в этот день? Ребят, счастья, огромнейшего счастья, но запомните, за счастье нужно бороться. Семья – это вообще труд, каторжный и адский труд. Поэтому я вам желаю, любите, уважайте, дорожите. Ну вот, чтобы было это одно целое. Самое главное в жизни – это семья. Другого, например, я не знаю. Поэтому всего-всего самого наилучшего. Сын, я тебя безумно люблю. Ты моя гордость, ты моя опора. Я тебя просто безумно люблю. Я желаю тебе всего самого наилучшего. И всегда помни, наш девиз семьи – своих не бросаем. Любите друг друга, уважайте друг друга, уступайте друг другу. Будьте взаимовежными и любите, друг друга. Конечно, мы с мамой будем счастливы от того, что у вас все хорошо.